Здорово, Серег. Техработы, да, у нас сейчас? Здорово, пацаны, здорово. Техработы. Здорово, Калуга, бля. Здорово, заебал, бля. Здорово, дед. Здравствуйте, не могу зайти. Плотно долбят. Здравствуйте, не могу зайти в игру. Захожу первый раз, выкидывает ошибку. Турист. А чё он за языком за своим не следит? Я же его за язык не тяну. Чё, пускай базар фильтрует, правильно, как говорится. Если не может фильтровать базар, пускай сидит в бане. Это же, Калуга, это же не первый случай, понимаешь уже. Ладно, мы было бы это первый раз. Но он еще пытается каким-то образом, методом это высмеивать. Если ему смешно, то мне не смешно. Мне было бы смешно, если бы мы были друзьями, как я с Калугой, когда мы иногда можем друг друга подколоть или подъебать. Но я с Такаши не друг. Может, он просто этого не понимает. Поэтому, как бы... Может, человек просто сам хочет в бане посидеть, я не знаю. Но если хочет в бане сидеть, пускай сидит. Что я могу с этим поделать? Да не хочу, мне неприятен человек, который с порога начинает переходить на личность, а не нормально, адекватно человеческим языком общаться. Мы же с тобой не так подружились, Калуга, правильно? Я помню, как мы с тобой подружились. Ты мне 45 миллионов дал или 50 на острове. Я был за это тебе очень благодарен. Вот это дружба, вот это человеческие взаимоотношения. Но человеческие взаимоотношения не заключаются в том смысле, когда человек с порога начинает тебя, ну, называть не очень хорошими словами. Привет, привет, Митя. Все люди, с которыми я хорошо общаюсь, у меня всегда с ними знакомства очень хорошо и на положительной основе начинались. Но не как с Такаши. Спасибо, брат, спасибо. Поэтому чё? Ничего, он... Может, Инфодин его перевоспитает немного, чтобы он понимал, что лучше так не говорить. Так что, пока у нас острова нет, может, на ГГ зайти? А, я так не зайду. Какого малого? Кнопка подписки. Братан, когда будет такая это... Блять, как тебе сказать-то? Когда партнерка будет? Партнерки-то нет, у меня проблемы с каналом. Я жду письмо с Ютуба, чтобы восстановить партнерскую программу. Нужно время, нужно подождать, в общем. При первой возможности я сделаю обязательно. Я сам, ты думаешь, я сам рад этому? Я сам не рад этому. Если честно. Пока еще нет. В процессе. Письмо не доходит просто пиздец. Именно до меня не доходит. То есть я его запрашиваю, но оно почему-то не приходит.
Да я не знаю, он какой-то странный. Если честно. Он типа... Его то ли кикнули, то ли еще что-то, то ли он сам как-то кикнулся. Я так и не понял нихуя. О боже, блядь. В общем, какой-то баг произошел. Он кикнулся самостоятельно. И сейчас он со своими ребятами какими-то играет. В своей ОПГ. Да похуй на самом деле. Не столь принципиально. А, Максима ебанула! Абдуль, минус один, сосать. Абдуль, обидно? Абдуль, обидно тебе, да, Абдуль? Где ты вес-то, блядь? Киберспорт. Ки. О боже, блять, я застрял. Боже. У меня лагает все. Да ладно, не ври, ты просто слабый. Не, серьезно, лагает все, пизда. Найду, ёбну. Блядь. Опять, где находится? Блядь. Аладдин, как? Ты чё, бля, козёл, извинись, блядь. Ясно, Абдуль стрим снайпер, всё понятно. Вчера на работе творил... Вечно, блядь. Прошлогодний. Мужиком... Ваня, чё, я уже не помню. Ты где есть-то, бля? А ты где? Я хуй знаю. Слышь, пацаны, в чате напишите, когда сервер запустит, окей? Amazing, я имею в виду. По-братски. Боже, как? А, о, боже, блядь, откуда? Я тебя не увидел, боже. Ё-моё, откуда ты берёшься, бля?
куда хуй? Подожди, подожди, я там подойду. Куда хуярит, блядь? О боже, блядь, меня в спину убили крыса, ёбаная, блядь. О боже. Бля. О боже, блядь. О боже, меня опять убили в спину. Себе. Называется угадай, откуда стреляет. Врубили? Так вроде или врубили? Хорошо. Спасибо, пацаны. Не заходится. Скаманули меня, да, сука? Сволочи, блять. Скам, да? Техработа. Техработа. В данный момент. У меня тоже висяк поста. Висяк. В данный период времени висяк у тебя... А, ну ясно, все понятно. Висячок у тебя, то есть в данный период времени, я понял. Ноль человек. Мне пишет ноль человек. Блядь, вы меня наебали, сука. А, нет, реально заходит, смотри. Я не знаю, я не платил, братан. Не я создатель организации. А, по-моему, бесплатно вообще, по-моему... Там с калашом идет, она бесплатная. По-моему, ничего не платил Арслан. Надо у него спросить. Это же бесплатная организация гражданская. И, по-моему, до сих пор можно бесплатную гражданскую организацию поставить, где у тебя будет там калаш, ну, основа такие моменты, и теремок, как у нас. Микробазы, скажем так. И это, ну, не стоит каких-то баснословных больших денег.
connected. Не за что, обращаюсь. Миротворку, будете как сыр в масле кататься. Я советую максимально. Ури. Кому писать, подскажи. Ну, насчет этого, наверное, надо либо с Риком поговорить, либо с Химаном, как я понимаю. Насчет этого. И они тебе подскажут, смогут объяснить, чё, как. Да не за что. Пойдёт разворожи. И вместе согреши. С той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла. А, прикиньте. Француз, я же говорил, что тут типа хуёво спал. Короче, паренёк, к которому я ездил летом. К чуваку, который на Amazing играет летом в этот, в Сочи. Он на Украину уезжает. И в армию его забирают. Охуенно, блядь. Пацану 18 лет. Я за побег с тюрьмы, за нелегальное снаряжение, за производство наркотиков. Там дохуя всего, на самом деле. Вчерашний стрим. А, ну вчерашний стрим я удалил. Поэтому 80 месяцев мне въебали. Пиздец вообще. Могли 20 дать. Ебали 80. Да ему похуй реально, блядь. На Украину. Ой-ой-ой-ой, бля. Да я бы не сказал, что мне предыдущие мои стримы кайфово пересматривать. Я порой ловлю какой-то ступор от этих стримов. Проще сбежать, да. Но у меня отмычки нет. Я понимаю, что проще. Прям после бури самое то. Сбежать вообще изи. Блять, а я забыл, как его зовут в такой красной форме. Хотя я, ну, типа, всегда максимально адекватно стараюсь полиции вести. Я не знаю, мог дать 20 месяцев, и всем бы похуй было бы. Я бы тут не сидел бы 80 месяцев за... нелегальное снаряжение, за побег с тюрьмы и за изготовление на наркотиков. Ну типа дохуя. Согласен, ни отмычек, нихуя нет. Пусто все. Здорово, Тох, спасибо. Давно уже не играю в арму. Я в доту начал играть, кстати.
Забавные там челики попадаются в доте, на самом деле. Агрессивные, конечно. Просто жесть. Чисто чуваки, которые готовы убивать друг друга за слитую катку и тому подобное. Ну там просто послушаешь и охуеваешь. Ты знаешь, это интересная идея. Допустим, в тюрьме надо выполнить определенные действия для того, чтобы скрафтить эти отмычки. И то есть ты тоже работаешь в тюрьме для этого, ты проходишь какую-то определенную линейку квестов и получаешь за это отмычку. Это можно сделать по типу как Назгиу. Алло, меня слышно? Ты прав. Да, живая. Не знаю, мне нравится. Сыграл, не знаю, каток 10, наверное, уже. Наверное, 7 штук, из которых они были слиты. Эта идея классная. Ну, не знаю, Химон будет это реализовывать, нет? Наверное, нет. Музычку, пожалуйста. Спасибо, братан. Дай бог тебе здоровья, блядь. Ща. О! Что сделаем погромче? Музыка моей молодости, да, сука? Не, я в соло играю. Да я не хочу с кем-то играть. Я один играю, мне комфортно одному. Я, поверь, вот мы в катку играем. Если нормальные, адекватные чуваки попадаются. Чтоб ты понимал, мы под конец игры ну, уже просто как друзья общаемся. И люди часто... Ну вот с чуваками я там нормально общаюсь в доте, которые мне там что-то подсказывают по игре, чё, как лучше купить и тому подобное. А, несмотря на то, что я, ну, конченый нуб, который вообще нихуя не понимает в этой игре, они после катки меня все равно зовут к себе, типа, давай вместе. Мы тебя научим, мы тебе расскажем. Ну, такие есть прям очень добродушные, благоприятные личности. Но все-таки, наверное, 80% из них это ебаные токсики. Да, у меня одни похвалы. Но я сейчас, ты знаешь, я сейчас дрочусь за одного перса, за одного героя, за Окса. Вот на Оксе я более-менее научился играть. Привет, хочу поиграть на вашем проекте. Что для этого нужно? Для этого тебе нужно зайти в описание под стрим и перейти по ссылке проекта. Зайти в раздел подключения. Прочитать всю информацию в разделе подключения и понять, как попасть на этот сервер. Вот и все. Если возникнут какие-то вопросы, трудности, можешь спросить либо у меня, либо у модератора. А если мы не сможем тебе в этом вопросе помочь, можешь обратиться к администрации, которую ты также можешь найти на форуме. А сейчас там добавили новых героев в доте. Чё за саппорт? Бара? Рубик. Какие еще саппорты есть? А я больше не знаю саппортов никаких.
ВР-ка. Дазл. Что еще у нас есть? Титан. А, Омник, да. Омник, заебись, котел. Да, да. Не за котла никогда не играл. Да их сейчас там дохуя, братан. Сейчас там новых героев подобавляли. Это просто пиздец. Поэтому такое себе, да. Но я не знаю, меня вчера переебло, чтобы вы поняли. Вот я вчера стрим закончил рано после того, как меня в тюрьму посадили. Я выключил стрим. Где-то в 11 часов вечера я включил доту. Начал в нее играть. Знаете, до какого времени я играл? С 11 вечера я играл до 9 утра в ебаную доту. То есть я сидел, я останавливался, делал перерывы, там кушал, все дела. Чтобы как-то, ну, немножко это, отдохнуть, расслабиться. На старом канале? Ты про Twitch имеешь в виду? Если ты про Twitch имеешь в виду, то 1000 с чем-то. А если про YouTube, был еще другой ютубовский канал, который я удалил. Там было где-то 350 подписчиков. Ну, тоже на эмоциях, там что-то мне не понравилось, я расстроился из-за чего-то и психанул, удалил канал, но это было очень давно. Да я знаю, ну я тебе говорю, я сегодня проснулся в 6 вечера. В 6 вечера съездил в магазин, купил продуктов и вот включил стрим. Почему? Сервер всегда обновляется. Все всегда обновляется, все всегда дополняется. То есть на сервер тебе надо попасть с помощью лаунчера, который также сделан, придуман, создан. Он скачивается тоже с форума. Качаешь лаунчер, а уже с помощью лаунчера скачивается сам мод. И все. Так. Ну да, там. Там ничего сложного нет. Вот, кстати, очень плохо, на самом деле. Про какую вы страницу говорите? Главное, новости, да? Очень плохо, ребят, потому что она находится на главной странице форума, и люди очень часто заходят на нее. Либо ее надо, в принципе, убрать, либо начать ее вести. Ну, правильно же, Хуга, ну, согласись, типа, ну... Зачем тогда этот раздел он существует, если он никаким образом не вообще в нем ничего не происходит? Привет, Хула. Даже вот сейчас паренек новенький зашел. Он такой, типа, а что за хуйня, что обновлений нет? Ну, типа, странно. Чё-то тебя на форуме не видно, Хуга. Либо я слепой. Ты модерируешь еще? Или ты скрылся? А, вижу тебя. Все нормально.
Да. К людям привыкаешь. А люди все разные. Хуга, я же тоже был модератором. Скажи, пожалуйста, тебе люди тоже в ЛС пишут то, что ты конченый уебан, который Иро дал? Или тебе не пишут такое? Мне просто писали постоянно, когда я флудилку модерировал, что я конченый уебан. Пишут, да? Бля, пиздец, что с людьми не так, ёбаный сыр? Это просто жесть. За что Иро, блядь, дали? Что я написал такого? А, сегодня выборы, кстати. Что вы пишете, блядь? И ты знаешь, что самое забавное? Человек целенаправленно провоцирует, либо переходит на личность, оскорбляет. А за что мне Иро дали? Блядь, да ты что, дебил что ли, ебаный? Когда же ты умрешь уже, блядь? Спасибо, Мия. Я знаю, я очень ценю. Он сегодня очень красивый. Я сегодня просто голову помыл, у меня голова чистая. А, понятно. Понял. Ты, короче, тут та же, да, Мия Йоши? Я понял. Угу. Осуждаю смерть, кстати, да? Не, мне кажется, ты туда же, вместе с Каташи. Ты, ну, я просто хуй его знаю. Ты действительно считаешь, что это смешно, или что, я просто не выкупаю? Пусть сосед другого сообщения. Ой, блядь. Это знаешь, как история. Аладдин такой заходит с читом. Заходит, начинает разъебывать всех с помощью софта. И такой, ладно, все. Все, я успокоился. Я больше не буду с софтом играть. Ой, ну только не баньте, пожалуйста, пермачом. Бля, ну просил же без бана, без перма. Ну ебаный в рот, нахуй забанили. Бля. Слушай, вот мне интересна твоя позиция. Ты вот как человек, который очень любит лайкать посты Такаши, микрочелика, который не следит за своим базаром, ты, ну, в действительности разделяешь его мнение и позиции, ты действительно считаешь то, что он прав в этой ситуации был? Я сейчас приеду. Скоро выйду. Как ты можешь быть нейтральной стороной? Ну, либо человек, его можно интерпретировать как человек, который сделал что-то не очень хорошее, и как человек, который сделал, да и очень хорошее. Что значит нейтральная сторона? Ну, либо он хуйню сделал, либо он не хуйню сделал. Это, ты знаешь, мне вот эту историю напомнила ситуация с Владом Григоренко, который в ТС-ку зашел и сказал тебе «пососи писюн». И ты ему угрожала до тех пор, пока он не извинился, что выложишь на него жалобу и забанишь. Почему ты в этой ситуации не заняла нейтральную сторону, мне интересно? Ну типа, блять, как это работает? То есть, когда тебя хуесосит какой-то незнакомый челик, который не является тебе другом, ты не занимаешь нейтральную сторону. Ну, когда оскорбляют кого-то другого, то мне похуй, это типа нейтральная сторона. Как это работает вообще? Это же, ну, типа аналогичная ситуация.
Я тебя понял. И также ситуация с жопой, да? Которую случайно заскринили, и вы потом вместе со своим охуенным другом Карлом Ватсоном ходите направо-налево, это распространяете на сервере. Ну ладно, в основном это Карл делает. Это тоже смешно, да, по твоему мнению? Я просто, ну, бля, не совсем понимаю. Я просто Карлу сказал, типа, если это продолжится, я, ну, сделаю так, что придет Рик и поговорит с Карлом. Я тебя просто тоже на всякий случай, ну, как бы предупреждаю о том, что не надо этого делать. Можно один раз пошутить на этот счет. Ну, как бы просто мы посмеялись и как бы забыли эту тему. Но если это продолжится, опять же, я повторюсь, на острове опять... Я просто, ну, сделаю так, что, ну, как бы, мне придется вам испортить уже настроение. И Карлу, и тебе. Просто, ну, как бы, во всем, ну, как бы, должна грань, ты же понимаешь это, да? Это, к примеру, там, ну, какую-то личную информацию распространять, да, на острове и афишировать всем, кто там что куда выкладывает. Те же фотографии с Инстаграма, это, ну, не очень хорошо и не очень красиво, ты же сама это прекрасно понимаешь. Я понимаю, что у тебя по рофлу, но чтобы понять, что это нихуя не рофл, это когда ты себя ставишь на место другого человека, тогда ты и осознаешь и понимаешь, что это нихуя не рофл, и ты перестаешь это афишировать. Поэтому просто я попрошу, как мы хорошо общаемся, как друг с другом, поэтому я просто попрошу чисто по-человечески не делать этого. Плывать эти войска рады, что 8 лет воюются. Но... Мия, ТикТок это круглый... Это круглое общество, ограниченное, где сидят две калеки и три чумы. И в основном люди, которые подписаны на меня в ТикТоке, это люди практически все мне знакомые. Понимаешь? Но когда это выходит за рамки ТикТока и выходит музычка за... Музычка для пока отдыхаешь и перевоспитываешься. И это начинает афишироваться на острове еще где-то. Это вот, ну хорошо, к примеру, вот ты мне скинешь жопу, а я завтра пойду на острове и буду это всем рассказывать. Ну, это вот примерно то же самое. Тебе, ну, как ты отреагируешь на это? Или ты мне дашь свой Инстаграм, который ты скрытно... Который ты скрываешь постоянно и никому не говоришь, что у тебя там происходит. Вот ты мне дашь Инстаграм свой по доброй воле, а я скажу, блядь, смотрите, какие там, блядь, фоточки у меня ёши классные, правильно? Ну, то же самое, аналогичный пример. Поэтому, Мия, не надо ехидничать, я же с тобой, ну, нормально, адекватно общаюсь. Ты просто начинаешь ехидничать, это высмеивать. Я тебя просто, ну, как друг, как человек, который хорошо с тобой общается, просто попросил по-человечески это не делать. Ты начинаешь ехидничать, какую-то, блядь, дурочку включать. Ну, типа, ну, что в этом сложного? Зачем, блядь, ехидничать, просто не понимаю. Есть элементарная человеческая просьба. Ты начинаешь эту элементарную человеческую просьбу, блядь, высмеивать. Типа, ну, нахуя, блядь. Просто хуй его знать. Может, у меня на лбу, блядь, долбоёб написано или клоун, который, ну... У любого человека есть какая-то определенная грань. Люди начинают проецировать мой образ, блядь, на стриме клоунский.
То, что я как бы человек такой же в реале, такой же клоун, который, блядь, всякую хуйню афиширует и всякую хуйню делает, блядь. До человека пытаешься достучаться, ну как-то, ну просто по-человечески с ним поговорить. Бля, сидит хихикает. Ну, бля, хуй его знать. Чё, блядь, смешного, хуй его знать. Спасибо, братан, за донат. Чё-то я проебал момент. Просто вот в моем понимании, как я вижу ситуацию, вот если человек какой-то, ну, лайкает пост, это личное право каждого человека. В моем понимании этот человек уже, ну, изначально не может поддерживать какую-то нейтральную позицию. Он разделяет мнение этого человека, если он делится каким-то комментарием или лайком. Просто, ну, блять, это выглядит как какой-то пиздеж, ну, серьезно. Я, вот, допустим... Позицию и у меня, и у большинства людей. Лайкать те посты, чьи мнение ты разделяешь. Либо не разделяешь. Либо оно положительно, либо оно отрицательно. Блять, это просто, ну, кринж ебаный. Да все нормально с обстановкой. Просто, ну, бля, люди не понимают, что есть какая-то ебаная грань. Ну, видимо... Они, ну, потерялись в космической прострации, нахуй. Я хуй его знать, что смешного, блядь, когда Такаши стоит на рынке и орёт на крике и какие-то ебаные оскорбления... другому человеку, при этом немалое количество людей находится рядом. Из этого количества людей находятся новенькие люди, которые выслушивают ебаный понос Такаши. И у них уже, наверное, заведомо складывается какое-то впечатление о том, что, бля, чуваки, я попал на какой-то другой проект. Я смотрел видосы Blackstone, где все адекватные, все здоровые, все, ну, как бы взрослые люди. А тут стоит Такаши и орёт на крики и хуесосит кого-то. Блять, это маркетинг, он работает везде так. Если ты приходишь в заведение, в ресторан, и тебя один раз там отравили, и тебе не понравилось, как там тебя накормили, ты больше в это заведение не придешь. Химен и Рик Росс рвет свою жопу ради того, чтобы удержать одного хотя бы, блядь, человека, хотя бы 10-20 человек новеньких кепок, своим поведением, своим отношением к проекту, обновлениями, человеческим общением. А потом в их жизни появляется Такаши, который приходит на рынок, начинает кричать, как резанный, блядь, оскорблять людей. Но тут стоит вопрос, а у этих людей потом появится желание вернуться на этот проект? Просто люди не могут понять, они делают из этого шутку, но не понимают логическую цепочку и закономерность, чем это заканчивается. Любая ненависть, любая агрессия, любой конфликт порождает только ненависть, конфликт и агрессию. Даже ваши ебаные бессмысленные лайки, которые в принципе не несут никакого продуктивного смысла, они тоже порождают за собой реакцию. Но люди, блядь, не могут этого понять, сука. Что если вы продолжите, блядь, оскорблять и вести себя как животные, забанят, нахуй, большую часть количества людей на проекте. Потому что эта агрессия и эта ненависть никому не нравится. Я себе такого не позволяю. Хотя у меня есть иногда ярое желание на кого-то поругаться и кого-то пооскорблять, но я этого не делаю, потому что это недопустимо, потому что это будет отталкивать новеньких людей на острове. Тем более, когда ты это, блядь, делаешь в ковале. Что за бред ебаный? Зачем это делать? Для чего?
Нахуя? Чё, ну... Какой в этом смысл? А потом Химан придет к Такаши и скажет: Такаши, слушай, ну, блядь, ты какой-то нахуй неуместный персонаж. Людей отпугиваешь нахуй на острове своим поведением. Своим общением. Или наоборот, блядь, притягиваешь микрочеликов, которые только в состоянии перейти на личность и кого-то оскорбить. Хуй его знать, зачем это все? Сегодня на острове проходят выборы губернатора. Призываем всех прийти отдать голос. Отлично. О, подарочки, блядь. Нам такое надо, кстати. Здорово, Серег. Бля, я не знаю, Мить. Я тебе даже не скажу на этот счет. Серег, вот как ты считаешь, мы тут у нас обмен мнениями происходит на стриме. Видел жалобу мою на Такаши, который на рынке стоит и на крике хуесосит, переходит на личность, кого-то оскорбляет. Вот как ты считаешь, как будучи взрослым адекватным человеком, вообще уместное поведение, блядь, на острове? По отношению не только к одному человеку, но и по отношению вообще, в принципе, к присутствующим людям, к новенькам, которые присутствуют в этой ситуации. А, вы про микроволновку, что ли, вы говорите? Да, в том-то и дело, что хуесосить друг друга как друзей, ну подкалывать, как в принципе нормальная привычная манера общения, как я с Серегой общаюсь, которого знаю не первый год. Ну, может... Блять, как долго, боже.
недр своих фантазий, блядь. По факту. Ты хуй толку, блядь. Я тоже, ты знаешь, вот некоторым людям, ну, удивляюсь. Типа, блядь, чё не так с тобой? Ну, обидел тебя кто-то. Или, ну, чё произошло? Я тебе больше скажу. Я вообще с этим человеком никогда никакой коммуникации не поддерживал. В принципе. Я не знаю, чё он на меня взъелся. И что я ему сделал такого плохого. Что он катается каждый день за нами. С целью кого-то спровоцировать. Оскорбить зачем-то, я не понимаю. И сам же, понимаешь, сам полез, это, пытался за шкирку нас в болото носом ткнуть, а в конечном итоге сам в болоте в этом оказался. Зачем? Сейчас бы сидел бы, играл бы спокойно. Ну ты же не пропитался такой жизнью, Серег. Почему мы с тобой не катаемся по острове и не хуесосим? Не подходим на рынке, на крик не становимся, и я не подхожу к кепке, не говорю, что он пидорас ёбаный. Осуждаю, блядь. Понимаешь? Почему мы не говорим так? Мы тоже старички, мы тоже этим пропитались. Зависть или месть? Совесть, блядь. Ну, ты знаешь, мне иногда так кажется, большинство людей, которые вообще, в принципе, на Эмейзинге присутствуют, они так, блядь, интересуются моей жизнью, кто там что в ТикТоке снимает, кто куда что выкладывает. Скрины даже делают. Что мне иногда кажется, что у этих людей нет личной жизни вообще никакой. То есть личная жизнь не подразумевает под собой, что ты там должен жить с девушкой, у тебя там семья, дети, работа повседневная. Ну просто как понимание, восприятие составляющей. Зачем это все? Кто-то там что-то какой-то ТикТок выложил, умный Карл Ватсон пошел. Блять, это просто пиздец. Он, видимо, один, единственный человек, который был подписан на мой ТикТок, увидел видос, где я жопу свою фоткаю, и пошел, блядь, вместе с этой жопой и вместе с этими пруфами, с такой же очень умной Мией Йоши, ходить и по острову рассказывать всем о том, что у меня там жопа какая-то, скидывать, блядь. Арслан уже узнал об этом, все об этом узнали. Ну как, блядь, его назвать? Зачем? Нахуя, ну, нахуя это делать, типа? Они мне говорят, ну ты же выложил в ТикТок, и так рано либо и поздно об этом узнали. Да ебаный рот, да узнали, блядь, от тебя нахуй. От того единственного, блядь, подписчика, который, сука, следит за моими ТикТоками. Походил и распиздел всем, конечно, теперь все знают. Блядь, а как мне достать скейт ебаный? Там в тот-то период времени у меня там было, я не знаю, подписчиков 200 или 300, и все эти 200-300 человек, которые нашли меня просто по поиску в ТикТоке. Мы вообще ТикТок никто его в принципе, блядь, не знал, до тех пор, пока не стали скидывать мои видосы на Amazing, на форум, и все эти видосы с Amazing'а, и какие-то скрины поступали в большинстве случаев от одного человека. Понимаешь? Мак, да закажи, если у тебя есть доставка. Почему нет? Чё за Аня? Подожди, я чё, велик достал?
А, это. Хейтсан, Аня, да? Ну, это вот одни из первых людей. Якохама. Но она какая-то тоже, ну, такая девочка необычная, я бы сказал. Сначала что-то за мной бегала, что-то там яйца подкатывала, потом хуй поймешь. Хихи, ха-ха, блядь, хихи, ха-ха. Вообще, в принципе, все странные бабы. Пример очень прост. Их странность заключается в том, что бабы, которые состоят в отношениях, при этом черпают параллельно внимание с компьютерных игр от других мужчин и от другого мужского внимания. Это уже какая-то заведомая странность, блять. Ты состоишь в отношениях с мужчиной, вы с ним встречаетесь. Но при этом ты каких-то, блядь, себе друзей виртуальных находишь. Мальчиков. Общаешься с мальчиками в интернете. Блядь, что за ебаный бред? Я абсурд, я не пойму, что, внимания своего мужчины, что ли, не хватает? В чем проблема твоя? Зачем? Может быть, про рекламу узнали, еще что-то. Может, кто-то из друзей и знакомых пригласил. Да хуй его знать. Не, нихуя не купил. Сегодня пачку новую сигарет купил, братан. Да что-то все никак до этого времени не доходит, потому что я просыпаюсь очень поздно. И, честно говоря, мне не до этого сейчас. Я сплю очень долго и играю много. Понимаешь, я тебе опишу, как это производится, женская реакция. Вот представим, что у девушки есть парень, да? Она там с ним видится, ну, допустим, там раз в неделю, два раза в неделю. Ей, естественно, этого недостаточно. А чтобы потешить свое эго и почувствовать реально себя крутым, точнее, крутой девочкой, потешить свое эго, раздуть свое ЧСВ, можно почерпать внимание еще со стороны. И даже, возможно, с кем-то пофлиртовать. А тот мужик на фоне, который с ней общается, он уже строит с ней будущее. Любой мужчина современный — это ебаный мечтатель, который надеется на чудо, на произошедшее событие, которое перетекут в нечто серьезное. Он начинает мечтать. А потом в конечном итоге узнает, что у нее есть мужчина, и она просто с ним играется и в шутки шутит. Понимаешь? Ну, в моем понимании, с такой, конечно, бабой лучше отношения не выстраивать, которая любит там это... Которая не домашняя, не обтекаемая и тому подобное. С ней лучше, конечно, ей нравится там в игры поиграть, блять, в клубы походить. С мальчиками, с другими. Мальчиков друзей найти — это самая главная составляющая. Это прям вообще неотъемлемая часть. Мальчики, друзья. Как же без мальчиков-то друзей? Вот у меня мама росла всю жизнь, блядь. Росла в постсоветское время. Она знала только моего папу, с которым познакомилась в Кольцовском парке в ёбаном Воронеже. И своего одноклассника, который заступался и всю жизнь бегал за ней. Она влюбилась не в одноклассника, а влюбилась в моего отца.
И так они свадьбу сыграли. Больше она никого не знала. Чё-то у него, блядь, такой мысли гениальной не возникало. Пойти, блядь, в какой-нибудь нахуй клуб. И пошароёбиться, и погулять с кем-то. Человек воспитан другими ценностями. И когда начинаешь современной бабе об этом рассказывать, о том, что это нездоровая тема, и обычно все ее вот эти хотелки и пожелания, пожелания черпать эмоциональный ресурс со стороны, ты начинаешь объяснять, что это нездоровая тема, она начинает сразу ссылаться о том, ты что, дурак? Ты мне что, блядь, завидуешь? Ты что, меня ревнуешь? Дело не в ревности, а дело в том, что у нее позывы неадекватные, которые в большинстве случаев заканчиваются изменой. Это очень, ну, грустно осознавать. У меня тоже вон знакомая есть девчонка, ей 27 лет. Она в отношениях с парнем 4 года. Пишет мне, мы с ней общаемся. Я так эксперименты некоторые провожу, делаю некоторые выводы и опыт. Пишет мне, скинь член. Ну как это, блять, понимать? Ты с чуваком в отношениях. Ты с ним живешь вместе. Он ездит в командировку. Ты его ждешь с работы. Ты ему пожрать готовишь. У вас там коммуникация происходит. Вы там с ним трахаетесь. Ты зачем мой член просишь? Зачем тебе мой член? Нахуя? Да-да-да, тебе женщины обидели? Я говорю, конечно, бля, обидели, нахуй. Конечно, ты мне чё? Ты чё мне предлагаешь, блядь, с тупой пиздой отношения выстраивать, которая на фоне, блядь, постоянно ищет какие-то развлечения? То есть, чтобы была хорошая мама должна быть домашней. Должна быть обтекаемой, которая умеет конфликты сглаживать, которая готова любить своих детей, обслуживать мужчину. Это хорошая жена и хорошая мать. Если тебе нужна проститутка, то проституток очень много, кстати. Бля, что происходит? Здорово. Привет. За Костика Шанхая. Да. Сейчас я переоденусь тоже. Какой? И часто да, он на острове. Вообще постоянно он на острове. Можно будет спокойно получить. А где сам? Без очередей. Скидки на дома. Ну, на эти фильмы, чек эти. Надо их реформировать, нахуй. Блять, а что я сделал? А почему у меня на За Костика Шанхая, блядь. Ёбаный ты козёл, блядь. Лежи, скотина. Ну. Куда ты лезешь со своей табличкой? Мы все за Костика Шанхая. Не, не все, братан. Это повстанцы, бандиты. Мы убили его. Мы за Костика Шанхая. Да. Да, им все равно. Классный рейтинг поднял L1. Какой рейтинг? А, мы его убили, мы ничего не боимся. Мы за Костика, мы всех убиваем врагов. За Костика, против полицейских, за Костика. Голосуй за Костика и получишь такую же футболочку практически. Классная футболка. О боже, полицейский задавил нашего митингующего. О боже.
О боже, ты что делаешь? Что ты делаешь, боже? Ты что натворил? Мусорелла, блядь. Ой, блядь. Там что, все вковали? Отказ по протестующему. Где он? Пацаны, давайте по 10 косарей скидывайтесь, я сейчас за костиком ага. Чего, давайте построение. Построение. Блять, тут походу все пришли только за костика голосовать. Мы убьем всех. Полицейские нелегал себе приимейте. Все, мы митингуем. Бля, дурачок, ты чё, блядь, ты чё? Ты чё слышишь, лох? Ты чё, обезьяна ёбаная? Это беспредел, это полицейский. Ебать. Ай, бля. С этим тоже разобрались, следующий же. Шакалы, блядь, пиздец, мы вас забьем, блядь. Иди сюда, шакал, блядь! Мы убьем тебя, блядь! Всех растоперах, блядь! Голосуй за Костика, ты в безопасности. Иди сюда, скотина! Я за Костика голосовал. За Костика! Куда лезете, мужики? Алладин на дорогу в сторону рынка. Брошенный пес К9, блядь. Эй, пес К9, иди сюда. Иди сюда, пес. Передаем, иди сюда. О, давай, забиваем его, забиваем. Скотина. На, ты предатель, ты не Костик Шанхай, о боже. Скотина. Я вас в жопу всех выебу сейчас, блядь. Мы Чеченская Республика, да, мы тебя найдем, бля. Хорошая работа, мужики. Ему сара, я все ебал. Да всем похуй. У нас образовалась новая ОПГ Костика Шанхая. Никто не пройдет мимо. Что за стадо дедов? Ты такого подобрал себе, блять, а? Еле ходят, да, Мия, бля, спасай. Звери какие-то. Отказ, отказ по человеку, отказ. Отказ! Ладно, ребята, это все. На добитие. На спасение отказ, на добитие нет. А кто Арстанчика ушатал, блядь? Я. Доктор, а вы за Шанхай голосовали, нет? Я? Да. Да. Я не буду говорить. Вы лучше скажите. А ты лучше скажи ты. Не, ребят. Вас люди не пожалеете. Дави его, дави шакала, блядь. Выходи.
Выходи из машины, выходи! Сдался, вышел! Выходи, козёл! Сдался, вышел! Ой, ёбаный, блядь, да. Да хуй вам, блядь! Ой, блядь! Сдался, вышел! Сдался, вышел, сдался, вышел. Они захватили остров. Ловите его, блядь. Блядь. Сдался, вышел. Предатель, сука, блядь. Я извиняюсь перед всеми и сразу оба. Погромче. Спасибо, брат. Иди сюда. Скотина. Бля, все, я сдох. Спасибо большое. Временно спокойные прошли, нынче переполнены дороги. Мы свое призвание нашли, на посту мы бдительны и строги. Каждый день у всех мы на виду, чтобы был порядок на проспектах. Вовремя предотвратим беду и гордимся званием инспектора. А, попался, сука, скотина, блядь. Попалась, блядь. Пойман, сука, враг. Пойман, убийца, сука, предатель. Сделай правильный выбор. Целуй табличку. Целуй табличку. ДПС. Все это про меня. Свидание. Е! А, спасибо. Выбор сделан неправильный. Ты на кого? Ты чё просишь в Костика Шанхая? Души его, души! Мочить его, мужики! Забиваем, блядь! Я на каждого жалобу слышу, кто на меня сейчас позерится будет. Серёжа, стой! Куда тебе уёбище? Видимся на форуме, нахуй. Я сказал, встретимся на форуме. Я забанят перманентно, нахуй, уёбище. Лё, живёт ты чё? Ой, да что у нас? Остановись! За Костика Шанхая! Меня в телеграме спрашивают, идёт война или нет, блядь, спасите. А! Что случилось? Что случилось? Уёбись! За Костика Шанхая! За Костика Шанхая! За Костика Шанхая! За Костика Шанхая! Сказал, ты не вызовешь. Сегодня на острове приходит выбор губернатора. Я вызываю Мишку, достаю калашников, и вам пиздец. Бля, мне это нравится. Грозно. Кто грозно? Притер Слан, кстати. Я вам все сказал. Что ты злой такой, брат? Ебать, мы там Арслана нахуй запустили в океан. Он реально в океане? Да, он улетел на опять взрыва в океан, блядь. Ты подумал? Так, секунду. Сергей, сделайте правильный выбор. Заходим в личный кабинет, мне дали подарок за голосование. Какой? Сейчас будем открывать. Какой подарок? Станьте ближе друг к другу. Уже дали? Не подошел. А уже дали. Так, заходим. Да, как голосуешь, сразу. Профиль. Дарь. Large case мне дали. Открываем, выпадает, сейчас скажу, что... Отказ, отказ. Ребята, разойдитесь. Отказ! Мне выпало 45, я ПП почему. Отказ! Ника, это... Да. Это отказ. Извиняюсь. Конеки Кент. Так добить, да? Потом я под горячий... Давайте казним его. Это предатель, он против Костика. Горячие точки. Понял. Да, бей его.
Ай, блядь! Ой, блядь! Да вы друг друга бьете. Ой, блядь! Да, уже похуй. Все правильно, так и надо. Выборы уже. Мы горячим, вон, смотри, полицейским, похуй, смотри. Переклинит меня нахуй, в реале. Мы убили его, мы его убили, нам все равно, мы убили его, всех убили здесь. Да. А, ему похуй, реально. Я вообще в шоке. Все куплено, мы купили полицейских. Серёг, тебя за чё? Меня... Ёбаный... Запрос юриспруденции, все, открывайте, реанимируйте. А можно меня подключить, пожалуйста? Не-не-не. Реанимация в первую очередь. Не-не. Отказ по реанимации, отказ по реанимации. Меня подлечите. Как? Чё, парни, там, за кого надо голосовать? Я вам человек. Костика Шанхай, за Костика. Костик, Костик. Подгузник, блядь. Как это нет оружия? Я не понял, видишь? Ты смотри, реанимируй, да? Приезжаешь в РСПД, просишь запрос юрисдикции, говноед ёбаный. А, с кем разговор идет? Сергей, остановите, Сергей, вас не отпускали. Сергей, вы не сделали выбор. Сделайте выбор сначала. Выбора точка нет, выборов нет. Выборы это навязанное мнение общества. Я вам навязал мнение общества. Бля. Да, да, слушай. Хорошо, слушай? А вот он. Табличку видишь? Нету подарка, я не увидел никакого подарка. Кто тут не за Костика? Я не увидел нихуя, если честно. Не-не, парни, это я привёл. Кому денег? Сейчас я. Это подгузник. Не понял, кому деньги? Слышишь, вот. На, на. Да вставай, давай, потому что я дадим. Сразу эти пару миллионов. О боже, блядь! Я не хотел. Блядь, кто меня ебанул? Давай, голосуй. Ёб твою мать. Так я не пойму, чё, когда голосование, чё вообще происходит? Да это... Я не могу, я мертвый! Его руки! Руки, блядь! Руки, руки! Полицейский департамент, поднимаем руки, сдаемся. Да он там совсем застрял. Совсем? Что? Совсем. Вы давайте, вы потяните, попробуйте хотя бы. Нет, 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 доступа не смогу брать. Не двигайтесь, гражданин. Иванов, стой! Иванов назад! Блядь! Нам, нам! Иванов назад, быстрее, блядь!
Забери Питера, Питера забери, Питера забери, блядь. Он на ростере, забери. Ебать! Ебать! Молодец, это все за тебя! Дубина, из-за тебя все! Полицейский, что происходит? Здравствуйте. Меня-то за что, ёбаный ты козёл, блядь? Тише, блядь, пёс, дворняга, на. Не понял. Серёга, за что ловим, блядь? Вы все задержаны. За что? За что? Это не за беспорядок. Я как бы мёртвый был. Сюда. Серёга, мы думаем, вас мы законопослушные. Серёга, мы думаем, вас мы нихуя не. Сказали же на голосование приходить, мы пришли на голосование. Серёга. Аладдин, я не кончил, Аладдин. Да. Не, ну такого в моей жизни такого никогда не происходило. Либо от меня просто что-то утаивали, на самом деле. При контакте с девушкой. Я просто... Я такой страстный мужчина, что рядом со мной все девушки кончают. И мужчины тоже. Полицейский Теракт был на резиденции, все взорвалось. Ебать. Ствол забирают просто так граждан. Смотрите, там все взрывается, все верит, не плевать. Ебать Донбасс. Помогите. Что такое, я не понимаю, за что? Меня, значит, по мирным жителям бомбят, блядь. Стреляют. Все, теперь от будущего губернатора буду требовать реформы полиции. Реально, Сирия. Когда просто так граждан задерживают. Вообще ужас какой-то. Ну, Костик нам обещал, по-моему, написано. Он разгонит всю эту дрожку, блядь. Так а за что? Что нам вменяют-то? Сказали, какое хулиганство? Какое хулиганство? Это вот хулиган, блядь. Никто ничего не хулиганит, мы выражаем свое мнение. Может, я очень подробно. Это что, прикол такой какой-то? Полицейский произвол, что за нахер? Забирают честных граждан. Помогите. Требую независимых экспертов. Адвокатов. Мы будем жаловаться в Европейский суд. Требую агентов. Могу машину выдать. О, давай. Сколько? Пять? Сколько не дается. Так в тюрьму же, а куда надо? А чё, мы не в тюрьму, что ли? Ладно, мы уже не уходим. Да что, почему у меня стреляют на территории граждан? Да всё, бросаю. Я и так уже по 2 сигареты в день курю только. А раньше курил по 10. Сегодня даже полторы, вот сейчас это полторашка получается. Какие-то с яблоком мне не очень нравится, как-то от них хуёвит. Зови деда мне, брат. Скрыть сейчас, дед, сейчас, дед негр, как зовут? Дедушка негр, вот зовут. Товарищ полицейский, мне нужен медик, мне очень плохо. У меня очень плохо. Кому плохо? Мне. А, нас что, посадишь? Мне 20... 25 сантиметров в жопу, блять, у меня, вот что.
То есть вам, я не знаю, как вам еще объяснить. Ну короче, чувствую, что очень плохо и все серо. Все серое вокруг. Ну это, да, это вам потом помогут. Нам сначала дело провести. В смысле потом? А че он лежит? Так, кстати, вы можете представить, если нет. Да, секунду, просто вообще никого не вижу. Да мы сами в ахуе. Половину. Так, вот вас вижу, вот мой жетон. Вот. Так же вас тоже вижу, вот мой жетон. Также вас выборы. Тоже вижу, вот мой жетон. Сука, надо Питера сюда, это его. Спасибо, брат. Кент, брат. Ой, значит, подожди, начнем с вас, где я могу найти ваши документы? Вы, пожалуйста. А, в рюкзаке. Лёх. Подождите, граждане, по одному, да по одному. Ира или Дефо, пожалуйста. Я вам сейчас нашу веду. Так, подождите. С процедурой досмотра знакомы? Да. Так, а кто из тех, кто работает? Я должен быть предельно трезвый, чтобы ну, лично там много кто сделали. Хорошо, требуй смены сотрудника того, кого не было там. Кто не зависит от мнения. Собственно... Там есть человек. Вот, капитан. А почему отказ, друг, слышишь? А почему отказ? Что значит отказ? Закон на право гражданина сменить сотрудника. Эй, капитан, иди сюда! Господи, я не знаю. Хорошо. Один говорит хорошо, другой говорит отказ. Пиздец, полицейский. Раз, два, три. Я вас не выбираю. Ну, в одной комнате, ма в другой. А ты здесь вообще кто? Что? А я... Так, ну вы к Миларду. Ты перенос? Гир сказал, разберите все. А. Две, три, смотрите, вот он. Давай, я сам пройду, не надо меня тащить. Да. Остальные тоже. Я тебя потащу, я тебя потащу. Нихуя себе, а вы кто такой? Представьте меня, да? Да, представьтесь. Так сказали же идти в ту комнату. Да это не тебе. Так не надо было с тобой связываться. Да. Что в эту ситуацию? Блять, я застрял. Блять. Блять, я застрял. Годы летят, люди стареют. Да, замечательно. У нас ничего сделать. А, ладно, я полежу пока что. А, переделите нас. Да. Кто полицейский? Да им-то что, мы же их не пинали. Я не могу сказать. Меня переделите, я не здесь должен находиться. Да, он должен быть отдельно. Он же не это, он... Ну. Он я пока еще не с ними. Он не маджихит. Да, все с собой. А, пойдемте в другую. Мы отдельно, мы отдельно. Ой, хорошо. У вас получается в меньшинстве, да? Ну, блядь. Не без этого. Как встать-то на ноги? Не могу встать, помогите. Лежи, отдыхай. Кстати, на калаш, отмычки, ленты. Не знаю. Ты про кого спрашиваешь, Серёг? Я подслежу вас и... Ну, вы сами.
Это я не разбираюсь. Понимание. Аладдин, что с вами? Хватит ума. Ты еще один прилег, что ли? Да. Товарищ. Можно объяснить? Да объясняйте пока. Короче, мы лежали в вагоне на велосипеде. Да. Вот, товарищ медик нас резал. Так. И в этот момент случился какой-то пиздец. Короче, произошел взрыв, да, и после взрыва все начали все... сразу всех задерживать. Вот, а меня не надо задерживать, у меня калаш. Да я думаю, вы не будете по мне тут что-то делать. Да я, конечно, мы... на ваше нарушение, а вы, так сказать, навстречу мне пойдете. Да, мы люди порядочные. Просто там, из, ну, всех подряд начали задерживать, и вас тоже под горячку, так сказать, верно? Ну, получилось так. Да. Права вам хоть зачитали? По-моему, да, по-моему, молодой задерживал. Да, зачитал. Отлично. Алексей Пикс, ну, нормально справился. Ладно, давайте сейчас быстренько по компьютеру пробью, посмотрю, если у вас ничего нет. У меня, кстати, может быть, Аладдин в розыске. Я его вел. Я понял. Так, спиной к вам повернусь, не расстреливайте, так сказать, как в 41-м. Как в Украине, блядь. Не расстреливайте, пожалуйста. Ну, это уже, так сказать. Ну, ладно, хорошо. Да, Скади Скотт, он человек... Есть одно ранение, Абрик Кареля, вы... У меня? А кто это? Это вот этот в желтом бегал, который... против Костика. А, это которого мы забили ногами на резиденции. Да. Вот знаете почему, Вильям? Потому что он против Костика голосовал. Сами понимаете, так, Элскади. Листья Коки — это не моё, кстати, да. Скади, Скади. Скади нет ничего. Все, кайф, я чистый. Так, все равно вас досмотрю, так сказать. А как передать ему? Ну, я сказал, что я сделаю, поэтому... С процедурой досмотра, думаю, вы все тут знакомы. Да? Надо объяснять, как... Даже рычачком происходит. Как ему передать, блядь? Да, мне так удобно. Бля, я забыл, как-то можно? Или нельзя? Как в старой армии. Поэтому все удалось. Не, по-моему, нельзя так передать, да? Хорошо. Ничего нелегального не обнаружил, так сказать. У меня тоже ничего нелегального, в принципе. Ромашка только есть. Ромашка, да. Как настроение, так и мир. Как есть настроение. Лискоти, да? Я понял вас. Зачем листья-то возите? Я коровка, я траву люблю. Это задание в школу, как бы это, да. Аппликацию в школе надо сделать просто. Ой. Надо фасольки было. Ладно. В принципе, вопросов нет, кроме вот этого ранения Володина. У нас сейчас лука уже сточили немного, и штрафом теперь не отделаться никак. Это мы ногами задели, нормально. Да я знаю, что ногами. Ранение есть ранение, как бы. Могу только срок немножко, так сказать, урезать, минимально дело сделать. Учитывая, как мы долго здесь находимся, и что вы навстречу следствию идете. Ну ладно, давайте. Вот. Чего, что? Ну давайте хоть так. Да. Че, Скадя? Передать, Скадя. У тебя есть прям путь, чтобы я вытащил? Там вроде ничего ценного. А, да нет, у меня ничего. Потом пропадет. Ну ладно. Все, Скадя, давайте пойдем. Один, чтобы вопросов ко мне. А? Что? Чтобы вопросов не было, почему вы тут свободно так гуляете, наручники на вас надену. Окей. Там были определенные человечки. Скади Скотт, это А, да? Обидно, да? Верни пистолет. Или нет? Не, не, да, его выпустили. Владик, Владик. А у меня... Владик. Дырок. У меня... Опять в тюрьму, ёбаный сыр. Слушай, а я так и не понял, там проходит сейчас голосование или чё? Ну, там можно в табличке проголосовать, просто все с хернёй там страдают. Так что вот. Вообще бред, почему сделали статьи без штрафа? Только если прям там какое-то
То есть если ранение, в любом случае тюрьма, да? Ну только если там какой-нибудь медик не подтвердит или другой человек кого-то именно ранил. Ну пиздец, что сказать теперь. Да. Мы заебемся в тюрьме сидеть. Вообще. Ну вот так вот Анфоэскля решил, значит, будет. Ну, видимо. Так вот, помнишь, Тончик. Именем закона Остро-Алтис вам, гражданин Аладдин Хаджел Хусейн, инкриминируется одно тяжелое ранение. После тщательного рассмотрения дела и по совокупности данных преступлений вы признаны виновным и приговариваетесь к лишению свободы на 20 месяцев в исправительном учреждении общего режима. В связи с тем, что вы шли на встречу со следствием, вели себя, так сказать, подобающим образом. Вам понятно, что было? Да, да, да. Последнее слово имеется? Да, до свидания. Всего доброго. Блять, сука, блять. Ёб твою мать, пришел на выборы, а меня посадили, блядь. Ёбаный рот. Пацаны, ну чё за подстава? Ну чё за подстава ебаная? Да опять посадили, блядь. Мы там чуваков запинали. И последний удар был, видимо, за мной. И... У меня розыск был, и меня посадили по минимуму. Я так и не понял, мы туда приехали, бегали с этими табличками, и вообще нихуя непонятно. Там, видимо, есть какой-то раздел голосования. Спасибо, брат. Там есть какой-то раздел голосования. А я думал, нам нужно просто таблички бегать и кричать за Костика, за Костика. Я так и нихуя не понял. Сейчас я покушаю. А, зверя. Зато весело, да. А, да? А чё же вы мне сразу не сказали? Я пришёл туда как идиот. Да, блядь, я забил нахуй протестующего, блядь. Этого, блядь, шакала нахуй, который голосовал не за Костика, я его забил. За Костика Шанхая. На сколько, на сколько? На 20. Что? Костик, Костик, забьем всех против кто Костика, блядь. Я тебя попросил полковника сказать мне свой этот, блядь. Кто ты нахуй представится, он такой, блядь. Ну пиздуй тогда в отдельную комнату в ванную. А у тебя розыск был хотя бы? Да, одно тяжелое, два тяжелых ранения. Одно той ашки, но я сказал, что это умышленно, пусть. И одно МАшника было, но это было неумышленно. Все. Блять. Да похуй, посижу эти 20 минут тоже. Хотя бы впервые за полгода сюда попал, блядь. Ах. Я полгода не попадался постоянно. Груз 200, короче. Так, пойду я, в общем, копать.
Здорово, бандиты. Палам-пам-палам. Кто там живет? О, бля, по ковренке есть? Как камеру отдалить? Фов, надо сделать тебя. Ты скажи, что ты по этому видишь? Чё он говорит, Энис? Да я никого делать надо, это нормально все, вы что там, суету наводите? Нормально все, сейчас выйдет. У меня на мышке, какая получается, пятая или четвертая кнопка, вот я на пятую, на четвертую кнопку нажимаю на мышке, и он отдаляет, также на четвертую нажимаю, приближает, на четвертую приближает, на пятую отдаляет. А ну скажи, иди, сожри, у него тоже машина. А если на постоянной основе, то тебе надо фов поменять. Фов арма 3. Есть специальный сайт, который, ну просто... Интересно, что это за полкан, блядь, был? В поиске вбиваешь фов арма 3. О, мужики, за забором, здорово. Полкан, да скорее всего Серега Бир. Не, там второй был, по идее. Потому что здорово, Серегу, да? Я бы узнал. Там два полкана или нет? Здорово, не знаю. Здорово, пацан. Здорово. Слышите? А что за второй полкан там бегал такой во все кабинеты, блять? Ну, Джордан Лукас, может быть. Джон, как? Сейчас скажу. Джордан Лукас. Да, скорее Джордан всего. Джордан Лукас, ну, гандон, блять. Я его попросил, блять, ты кто такой, хуй ты меня хватаешь, типа, дай документы, представься, блять, он такой, отдельно его, блять, душевую. Рот ебал, блять, его. Костик, спасибо за машину. Что такое? Подарочка выпала. За Костика. Захуярим всем, блядь. Проверенная история. 50 голды выпало. А мне 250, блядь. Что с ним делать, нахуй? Кейс купить. Открыть и получить две конфетки. За Костика Шанхая. Чё там, долго тебе? Скоро выйдем, мужики, скоро. Нас на 20 минут посадили. 13 минут осталось, сейчас уже выйдем. Мне 16. Нормально. Надо тренажку ебать, разочек. Рот ебал, блять. От взрыва лег, блять, и меня половили, и захватили. Ну, наручники, поехали. А ты там один, один сидишь? Чё? Нет, почему, с напарником. Ну, с бутыльником. У нас тут двое. Нихуя ты у меня по воздуху ходишь. Не Абра, не Такаши, не Телебоб, никого там нет? Не. Тут только Амели. Они всех расстреливали, там их не сажают. Амели гражданский. Ты же гражданский кто-то? Я ММАшник. А, ММАшник. ММАшник. Я ММА, бля. Ладенько нам. ММАшник. Подожди, как тебя зовут? Аладдин. Аладдин, не, я не тебя, бля, там второй. Слышь, так, у вас было несколько там? Да, рот порой пошел. Нормально, Сережа вообще. Слышишь, у вас там было несколько? Два человека. А, ну я второго пизданул, и мне инкриминировали, блядь, слово это. Ну вот. Неумышленно. Я случайно, блядь, попал, пока одного пиздили. А потом еще за Ашку инкриминировали. Осуждаю. Ой, Шанхай, блядь. Сука, накаркал. Открыл кейс, получил конфеты, блядь. Пиздец, минус калаш, сука. Сука, надо было тебе сказать, бы его прописи. Снова покупать. Бля, я был бы за. Блин, да чё ж так долго, жесть. Заебала эта тюрьма ебаная. Бля, чё-то горло начинает побаливать. Поспал я с открытым окном, походу так, меня продуло. Губернатора когда будет? Да что-то так душно было, я просто ночью компьютер не выключаю, а в этот раз решил выключить, потому что он воздух гоняет и очень душно становится. Теплый воздух. Колуха по-любому будет. И что-то поспал с открытым окном. И что-то пиздец. Да. Смотрю.
Все, полторы минуты мне осталось. Что, давайте накажем этих абрака. Слышь, а мне в машину скинул бэкпэк из грешника. Нормально. Девай. И этому Вардену подойди. Скажи, смотри, чем я. Опа, я видел. Ебал этого Вардена, блядь. Неадекватно. Поехали, Костик тут? Поехали до резиденции, ребят. Да, здесь, да. Я голос так и не оставил. Какой онлайн на сервере, кстати? О, 140. Фуловый сервер, слышите, ребят? Да, 40 конфеток. Кайф. А что там, там кейс падает какой-то? Угу. Да. Сразу же. Сквадятин. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. По-любому Майерс, блядь. Все. О, боже! Ты чё? Гражданин, вы в порядке? Здравствуйте. Там просто снег за рядом был. Это же гопники, вы в курсе, что? Давайте пятюни, чтобы ставки стоит. Брат, сорян, получился по-братски за Косика вас. Не плачь. Слышь, там про нас фигню. Слышь, ты если пасть свою не закроешь, будешь себе делать... Бра! С кем? Ты чё, берёшь? Слышишь, ты? С вами, ты чёрная. Слышишь, чёрная, чёрная, чёрная животное. Да. Чёрная животное? С кого? Ты чё? О, бить драться не умеешь. О, ну-ка, друг друга. Иди сюда! А почему он оскорбляет нас, а? Зачем вы оскорбляете? Нас, нашего сотрудника оскорбили, людей оскорбляете. В данном случае это был комплимент. Ты что, офигел комплимент? Все, поехал на хату. Сейчас для тебя будет комплимент, на бутылку тебя посадят, это тоже будет комплиментом, кстати. Попочку свою готовь быстренько, другой летчик, блядь, будет комплиментик для тебя реально. Тормози! Задерживайте его, гражданин, задерживайте. Полицейский, задерживайте его, мы сейчас комплимент ему сделаем на лицо. Попытка скрыться, значит. Опа, попытка, уход от следствия, ага. Сопротивление. Знаете, я, значит, даю показания, что это гражданин в шапке, ага. У него оружие вот. Себе нелегальное. Ага, а да. Это клевета, а он только что с полицейского участка. Я только с тюрьмы вышел, другалёк, 2 минуты назад. Да, стрелял. С члена, если только, да. Машину открой, сделай, пожалуйста, брат. Давай, Сидбас, Ванька, открой. Арсен, салам алейкум, я тебя не узнал. Салам алейкум, как дела, брат? Да, нормально. Я у тебя на машину ставил кое-что. Какую машину, где? Которую ты приехал только что. А чё там? Ну, посмотри, увидишь. Салам алейкум, брат. Опа, значит, давай. Тупая, тринашка, блядь. Да не, ты чё, бычара? Чё там, а? А, слышь, надежда золота 13-х, нахуй. Ля, ЛС. Стой, хата. О, смотри, он полиция. Ты в покое, человек. Фите, ребят. Так, ты за кого голосуешь? Рассказывай. А, это ну чё, это... Рассказывай, за кого голосуешь, рассказывай. А где ты была? Блядь, что ты шатерёшься? За Костика. За Костика проголосовал быстро. А я? Ты. А вы за Костика голосовали? Да. Конечно. За что вы меня пиздите? Вот, да мы не били вас, гражданин. О боже, тут конечно. Полицейский. У меня синяк на лбу. Мне кажется, это ряженый полицейский. Это ряженый, мне кажется. Удостоверение быстренько показал, пожалуйста. Да что-то в каске. Слушай, полицейский, что за обращение такое удостоверение? Хорошо. Вот она, хрюшка приехала, ёб твою мать! Камуфляжный. Боже, блядь. О, боже, блядь. Зачем камуфляжный?
А может вы бандит, гражданин? О боже! Что? А, меня за что? Это как? Как ты нас связал? Ай, блядь! Ты чё, дурак, блядь? Ты чё творишь, сука? Как ты связал нас? Мент, блин. Посмотрите, он избивает, полицейский избивает. Садись, садись. Мент, лычки покидаешь, блин. Документы показал? Сюда. Козёл. Он чисто лежит и связывает меня, это как? Нас вон пацана забрал, забоил иначе. Медик, медик, помогите. А его реально? Здорово. Пойдем хотя бы. Ну, у кого нет оружия, мужики? Есть. Надо было этого F-13 связать. Не надо, сейчас затащим. Голосование не надо. Чё тебе надо? Ты что там быкуешь, я не понял. Слышишь, обезьянка ты ебучая, блядь, чё ты звонишь мне? Пока за Вьетнам, чё я не понял, блин. Какой Вьетнам? Сейчас тебе, блядь, руки вышел, раз, два, три, пизда тебе. Всё, давай, иди воюй. Паладин, вот эвка. А. Вот. А чё мы его позвали, зачем? Доброго вечера, мы из Украины. Здорово. Бра, ты чё один ходишь здесь? Я? Да. Я голосовать хотел. Если скажешь связать, я его свяжу. А можешь документы показать, пожалуйста? Так, это за кого? А, ты заместитель? Погоди, а кто лидер? Подожди, заместитель вроде это мэри, да? Нет, два. А, два я заместителя. Да. А лидер кто? Кальдер, чувак. Данто. Понял. Да нам Данто нужен, нам за него 100 миллионов предлагают. А, так бля, вы напишите ему. Чё, Райка, поможешь нам его связать, бля? Кого, бля? Данто. Я напишу ему. Он сейчас сам приедет, бля. А, ну давай. Тестеры, приготовьте, мужики. Договоритесь. Слушай, есть там попить, похавать? Да. Я? А. Кушайте, а что я не могу найти? Свинки, Костя, как всегда выручаешь. Сколько там за тебя проголосовало уже, Костик, не знаешь? Да не знаю, там же это не видно. Да что-то это... Химон обманул, он сказал, в течение суток будет голосовать. Угу. Видишь, только в прайм, блин. МЗЦшников нету, ашек нету. Кто обещал 100 лямов? ГСГшники или СГшники? Допусти. Вот ты первых кого назвал? ГСГшники, по-моему, да. За меня СГ, СГ, ну, я как бы ГСГ не должны были, как бы, у них, ну, в принципе, здорово, там никаких. Здорово. То есть, а он, здорово, они к Данте не особого отношения-то не имеют. А вот СГ, да, могли. Может быть, СГ? А где это Губер-то сам? Губера нету, выборы сегодня. Выборы только, еще нет Губера. Можно проголосовать с табличкой. Да мы уже проголосовали. За кого? За Костика он голосовал. За Костика, Костик, да. Покажи. Костик. Я здесь. Хорош. Здесь? Это точно ты? Покажи паспорт. Костик тут, если хочешь, вон он там. Короче, надо парнишке, он помочь мне. Ну я за проголосовал. А что с ним? Муха, иди сюда. Муха. А что он? На говно любит. Муха, что с тобой? Чё, вот. Братан, стыдняйся, иди сюда. Сейчас вот это, вот, знакомься, товарищ. Да ты. Здорово. Вот он, давай, будущий давай. Губернатор. Возможно. Он тебе денег даст и машину. Класс. Без проблем. Покажи паспорт, ребят, покажите. Блять, колесиком, ёбаный ты стыд. Не показали. Пойдем, Муха. О, Абрек Карел. Карел, да, правильно. Карел? А это Карл сюда. А где выбор проходит? Карел. Вон Карел. Здесь на резиденции вот, таблички, да. Голос можешь оставить. За Костика голосуй. Костик, Костик. Че ты садись, Бог? Не помню, кто базарит. Алекс, открой тачку на секунду. Дай ключи, дай кожу. Давай ключи. Райка, а ты чё бегаешь туда-сюда?
Да жду, блять, я тупой, я на КВ забыл. А давай ты сейчас не будешь убегать от меня, да? Ждешь кого-то? Данта. Ой-ой-ой, сюда. Ты на КВ? Ой-ой-ой. Я возьму тоже. Ну да, я вам принес. Данта. Нормально. Стой. Арслан, где он? Иди сюда. Да, блядь, ты на КВ-рине. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорош полет. Ну один стоит. Да пиздец. Угу. Живой? Живой. Блять, а кто же из ГЭшников просил-то? Я не помню, мне говорили. Мне. Да, у меня две штуки есть. Две. Нам не этот нужен. Данте нужен. Брат, дай 10 тысяч, брат. Да можно, почему нет? Брат! Мы будем забирать? Стра, мать, 10 лямов. Подожди. 10 тысяч дайте, пожалуйста. По-братски ты. Сигарет купи. Дайте вам стекло. Сигарет? Нет ли купишь? Да, есть сигарет? Нет. Дайте 10 тысяч вредно. Купи, пожалуйста, помоги. Что вы такое, а? Курить вредно. Да? Видишь, добро сердце, нет? Эй, красавец, выходи. А сон кем? Что, он приедет? Нет, давайте я вам стекло починю, нет. Райка. Давай. М? Приедет он? Ну, ФК. Понятно. Жалко 10 тысяч. А где он есть сам? Можешь сказать, где он? Он? На горнорудке, да? Нет, на ПУ. За территорией, да? Ну, почему нет? Ну, внутри, наверное, внутри вроде. О, да, где-то внутри там. А чё он молчит? Нашёл. Ну, короче, знаешь, что его хочет? Его хочет Максимилиана Гребник. Ну, блин, Гребник, понятно, ожидаемо. А чё, у них конфликт какой-то? Он же раньше у нас в ГРП был. И он, и заместитель его, этот, как его, блядь, Чарли Соломон. А чё Добромир ушел, кстати? Добромир? Ну, там, своя, как бы, тема у него. В плане. Я не понял. Ну, ничего плохого в этом плане, как бы, все нормально, там, у нас с Добромиром нормально. Куда пойдет, скорее всего? Не знаю, может. Ну, типа, кто-кто, Данте? Нет, Добромир. Фюрер Швайк. Ну, рухарец, не создать если. Ну, извините, пожалуйста. Брат, за кого голосуешь? А ты Сашка, друг. Знал? Секунду. Брат, я тебя сейчас свяжу и вот так. Ты знал то, что у них конфликт, да, там, ну, типа? У кого? Ну, Максимилиана, у Данте. У них не только с, как бы, у них совсем, в принципе, с группировкой конфликт. Да там такой конфликт, знаешь, они ушли там, их обидели чем-то, они, блядь, ну, из-за того, что хернёй занимались, кикнули, типа, блядь. И они потом ушли. Там, короче, такое, знаешь. Типа, знаешь, как, обиженки какие-то. Понял. Обиделись из-за какой-то херни там, блин. Такая вот как бы херня, все. Слышишь? А Данте, он так же одет, да? Как ты? Здорово, брат. Ужас какой-то. Здорово, брат. В такую же форму, да? Кто покакал на человека? В смысле, в такую же форму? Ну, он одет так же, как и ты? Зачем? Не знаю, как сейчас. Я не срал на него. Вы гоните, что ли, вы чё? Ша, не поехать ли тебе нахуй отсюда, а? Дружочек. Дружочек, ты не дружочек. Пошёл нахуй отсюда, козёл, блядь.
Да. Чё, хуя, блядь? Хуя, блядь, чё с людьми в этом речи? Не тот режим. Это что ты так разговариваешь? Ты же хуй глотателя включил, если чё за хуя? Не выключил. А, не выключал. Что, всё, потух? Ну чё он? Надо ДПУ съездить, мужики. У кого ленты есть? У тебя есть лента, Скади? У меня даже не, я потратил. Дай ленту одну. А ты отсюда не будешь пока уезжать, Рейк? Райка? Ау. Ты уезжать не собираешься отсюда пока? Ну сейчас, наверное, пойду, нихуя делать, нихуя делать. Понял, ладно. Убери. Мусора. Чувак с оружием, блядь, был только что, нахуй. Машину залез. На черной машине. Больше его нет. Так кому тебя звонит? Брос. Это ваша перца? Да, по-моему, сейчас пойду. Который на встречке мне людей дает. Не-не-не. Вот мои перцы, которые у меня в машине. Ладно, короче, мы сейчас приедем. Короче, надо Данта поймать. Он говорит то, что он на ПУ АФКшит. Но мне что-то кажется, он пиздит меня. Понятно. Полицейский, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, у вас тут сейчас на полицейском участке есть такой человек с именем Данте? Нет, сейчас все уехали из РФК. Вообще никого нет, он, да? Он, конечно, на расе, но я хрен знает, в каком он тут уже. Сейчас могу узнать, а по какому вопросу. Что передать ему? Да и я хотел с ним пообщаться, а вы можете попросить, чтобы они подъехали сюда, если вам не сложно? Там по поводу... Хорошо, сейчас. Ваше полицейский можно? Сейчас, секунду. Можно обращаться? Пока нет, я с человеком разговариваю. Дайте? Подождите. Будьте добрый, дайте 10 тысяч, я куплю. Кого купите? Сигарет куплю, дайте 10 тысяч, я тебе сейчас сам дам. Да, спасибо. Спасибо за полицейский. Так, кто сейчас говорил, Данте? Он в патруле сейчас с кем-нибудь? А Фома, можешь на участок вернуться? Тут человек хочет с Данте поговорить. Сейчас приедут. Аладдин. Да-да-да. Да я по рации говорил, что вы просили приехать. Сейчас приеду. Это не твоя стоит? Моя. Можешь фары вырубить? Окей. Вот они подъехали. Ага, сейчас, секунду. Сейчас я перепаркую машину, секунду. Я хотел поприкалываться с ним, а ты что задаешь денег? Ой, блин. Здрасте. А Данту можно услышать, поговорить с ним лично? Данта, можем поговорить лично, пожалуйста? Поговорить лично? Да. Даже так? Ну давай. Если не сложно. Если не отвлекаю сейчас сильно один вас. Один на один, да, я так понял? Ну да. Если давай, хотите, давай. Два на один. Митингующие напарись, а ну пошли вон. Да что с тобой, вообще? Боже. У вас ты какой-то псих полицейский. Пошли вон, что вы тут. Да уйди, я хочу с человеком поговорить, идиот. Каким человеком? Боже. Что происходит? Раз. Ничего, я хочу поговорить давай. С человеком. Давай. Наедине, я давай, отойдем в сторонку. Послушай, нет, далеко зачем? Куда уж так сильно далеко-то? Вот здесь нормально. Давай. Ты знаешь вообще, что происходит? Нет. Да, нет. Слушаю. Ситуация связана с тем, что за тебя просят большие деньги. Ты можешь отойти? Ты глупый, что ли, блядь? Да ты, блядь, нахуй, сидишь на всё путь, я слышно, дурак, блядь. Ну давай подальше, пойдём чуть-чуть. А, в Беларусь. Где он?
Ты меня потерял? Да. Короче, ты в курсе, да, то, что за тебя СГшники просят, типа, привезти тебя живым? И просят за это 100 миллионов. Да, в курсе. Я вот думаю, как, типа, может, как-то мы сможем посотрудничать и сделать так, что... Да мы сами так сделаем. Зачем нам третьи лица, которые мы можем сами все сделать? Короче, моя рука помощи тут, типа, ну, не нужна, неуместна, да? Нет, мы сделаем все по-своему и все красиво. Просто один, там, кто там, Максимилиана, что ли? С вашей организации, да? Нет. А, не, Максимилиан, это, по-моему, этот. Кто он? Короче, с другой организации. Ну, СГшник, да. И он, да. Типа, просил тебя привезти, типа, там 100 миллионов, это пиздец. Ну, круто, РПшечка. Просто ставлю в известность. Вот, ладно, хорошо. Да, я знаю, я в курсе уже не первый день. В общем, если моя тут помощь никак не это поможет, тогда что? Тогда окей, если не надо. Все, ага. Все хорошо. Все, Данте, ага, давай, пока. Че договорились? А? Он оказывается в патруле, блядь. Ну как его спиздить, если... О боже, блядь. Ну! Молодец. О боже, граждане, вы в порядке? Что было дальше, понял? Может быть, вообще не на нас напали. Стой, куда уехал-то? О боже! Бьёшь, о боже! Как ты живая осталась? Как так вышло-то, боже? Ты как ездишь, блин, я не пойму. Аладдин. Что, не деритесь, пожалуйста. Извиняйся. За что? Я же не специально. Извинись. Ты на встречку выехала. Ты можешь... Я не за рулем вообще. Мы в Лондоне живем, у нас левостороннее движение. Ты что, забыла, что ли? Ты кому заливаешь что-то, а? Так, смотрите, вы нам компенсируете ущерб машине? У меня машина взорвалась и сгорела, какая компенсация? А у нас, видите, чего? Стекло лопнуло. Купили сапер, о боже, блядь! Лампак по твоим ногам. Я думаю, это тоже тёлка, прикинь. Кто, я тёлка, не понял? Аладдин Аль-Хусейн, Аладдин Мартышкин. Аладдин Аль-Хусейн. Аль-Хусейн. Вот они убивают людей. Аладдин Ахуй. Меня только что, вы видели, меня медик только что ранил, блядь. Да. Ладно, в общем, в разделе в соответствующем решим вопрос тогда. Он всё, ладно, все, поехали тогда, ребята. Мы сорвемся. Аль-Хусейн, блин. Поджарил девчонок, да, сука? О, боже! Чувствую себя шпионом. Джеймс Бонд. Сейчас, пацаны. Бля, ебаная трава, сука. Ной.
Слушайте, у меня ощущение, что этот человек следит за нами. У меня ощущение, что человек следит за нами. Кто следит? Вот эта машина. Да? Красный. Ты что, за нами следишь? Давно. Ты что, следишь за нами, а? А? Ты зачем следишь за нами? После. Кем следишь, не понял. Выходи! Чпокнуть хотят. Выше, выше. Лови, лови его, блядь. Можете колеса? Колеса два передних колеса прострелили. О, боже. Мы его по-другому не вытащим. Да он готов уже. И верхнее колесо прострели. Он вооруженный, Ловите его, он уже стреляет. Это губернатор! Что происходит? Ну что? Объясняться как-то будете? Смотрите, на нас вот этот человек... Что случилось-то? Люди лежат. Я тоже... Что еще раз? Он, смотрите, он за нами следил, вот этот человек. Он вооружен автоматом. Он за вами следил. Гражданин, он вооружен автоматом. Просто свидетель, я, товарищ офицер, я был со стороны, видел, короче, он подъезжает к этому вот УАЗике. Угрожает пистолетом. Подожди, подожди. Так, вызовем медика. Офицер, вы кто, представьте, пожалуйста. Я с вами сейчас никак не взаимодействую, зачем мне вам представлять? Ну вы с оружием стоите, я ебу, кто это, простите меня. Ну, может, вам так проще будет, вот мой жетон. Да, может, мне так проще будет. Ну, в таком случае, ваши документы предъявите, пожалуйста. На каком основании? Ну, вы попросили меня показать документы? Ну, я попросил, да, показать. Вы офицер полиции. А вы... Вы на службе? Подозреваетесь в нападении на данных гражданских, предъявите ваши документы. А где это обосновано? Напал, подозреваюсь. Это мое слово, гражданин. А ваше предъявите слово? Ваши документы. Если подозреваетесь, задерживайте тогда. А вы что, а вы, простите, это... Судья? Предъявите ваши документы. В противном случае будете задержаны за невыполнение требований сотрудников полиции. Основание. Серьезно? Предъявите ваши документы. Давайте, давайте мы все предъявим. Раз, начинаю ваше задержание. Я еще раз до основания, гражданин. У него нет документов. Медики погибли, говорят все. Слышите? Я водитель, понимаете? Я водитель. Документов нет. Надо медикам помочь. Медики погибли. Знаю, что вы задержаны, вы имеете право. А что он сделал? Скажете, может, будет исполнен против вас. Извините, право, пожалуйста, я не, не специально. О боже. Ой, осуждаю. Аладдин опять убил. Ой. Все? Что происходит? Ах, что с вами случилось-то? Вертолет взорвался. Всех четырех медиков унес с собой. Понятно. Все это из-за того, что Костя. Да долбить, да. Ой, добить в смысле. Сейчас медики приедут, ребят. Так, медики сейчас подъедут, ожидаем. О. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Что? Что это было? Ой, что это было? О. Там... Так, отойдите, пожалуйста, от раненых. Надо собрать улики, товарищ полицейский. Да, 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 определенно. Значит, отпечатки ботинок. Заборочек надо было поставить тогда. Да. Аладдин, да. Что-то бьем прям? Ой. Гильзы, гильзы там от автомата Калашникова, вон я вижу. Да, да, это все Рембрандт, короче, он всех убил. Да, отмена. Напал на все, к сожалению. О, не ставится, отлично, да? Медик приехал.
Здравствуйте. Так, добрый день. Это мне Ёша стреляла, вот видите, раненые лежат. Можете поднимать их. А кто такая Мия Ёша? Ёша. Привет. Ёша. Мишенька. Мия Плея. Мия Гуд. Так, гражданин, можете предъявить ваши документы? Это вор. Возможно, какие-то документы показывающие. Ага, все, вопросов нет. Уберите оружие на всякий случай. Конечно, у меня оружие-то, я вообще без оружия. Что, можно, пожалуйста, задержать этого гражданина? Вот этого. Что? Вот что? Этого можно задержать гражданина? За что? Он ранил нашего человека. Он трех человек только что. Хорошо задержать всех, кто был в данной ситуации, когда вы приехали. У нас, собственно, 5 человек дают показания по себе этого вот неадекватного. Имеется видеозапись. Так, то есть вы утверждаете, что этот человек всех расстрелял, а вы утверждаете, что... Этот Иван... Левита, хочу за... Пальцами не тыкай. Ну, смотрите. Я вообще в машине сидел все это время, а только сейчас... Вот это вот ходячее видео, значит, у меня точно не было. Товарищ Аладдин, значит, вот этот товарищ, значит... Это товарищ, значит. Ага. То есть там шайка была из розовых людей, Аладдин точно был. Чего? Че ты сказал-то? Какой Аладдин? Насчет Костика. Я его не слышал, значит. Поэтому клеветать можно на меня, да? Крыша. Это статья, уголовная статья клевета. Сталин, на столпа, мы тебе лицо сломать. Мы тебя забьем. Ой, боже, извините, тут полицейский еще. Что? Ой. Что-то было? Уже небо вам показалось. Кто-то что-то слышал? Нет. Офицер угрозу. Я все замял. Еще и не того. Рэм, да смотрите, у вас есть возможность извиниться, и мы пойдем дальше. Ой, о боже. Понятно. Ясно, полицейский на работе, все ясно. Отрубите мне кулак. Ну что значит по итогу, граждане? Может быть, как-то мирно вы разойдетесь? Согласен, да. Да, да, вы можете ехать, а мы решим мирно, в принципе. В пейнтбол поиграли, получается. Вы можете ехать, а мы решим мирно с этим гражданином. Да. Нет, ну, гражданин проедет с нами на всякий случай. Кстати, не было отчета. Где? О, блядь! Украли машину вашу? Да, это моя машина специально. Хорошо, сейчас найдем. Как-нибудь надо вас, не знаю, куда-нибудь спрятать. Пойдемте за нами. В карман его засуньте. Костик, а, надо машину поймать нашу. Автомобиль сейчас открою. Садитесь. О, он уезжает. Это кто, полиция, нет? О боже, о боже, блядь! Ебать, куда? Это что такое? Чё натворили-то, ёб? Ты машину зачем нашу взорвал, дурак? Ты чё творишь? Меня бьют, полицейский! Вот этот гражданин бьёт меня, вот этот! Смотрите, ему похуй! Руки подел, руки подел. Стой, блядь! Стойте, гражданин! О боже, он машину гоняет. О боже, блядь, меня переехали. Компенсацию. О боже, меня придавил забор, завод. Полиция, он уезжает. А кто нашу машину угнал, мы можем узнать? Все машины угнали. А Костя, что там Костян угнали? Калуга ее угнал. А, Калуга? Калуга, сейчас он угнал. Калуга, верни машину. Костяну угнали. Костяна спиздили, что ли? Да. Да. Здравствуйте, а вы кто? Это, наверное, этот. Аль-Хусейн какой-нибудь. Да нет, это не наш. Так, а куда он уехал? А. Смотрите, это, походу, бандит прибежал. Что? Это что? Здравствуй.
Что там? Свой, свой. А, это этот, Ал, что-то там, Ал Мелон, что-то такое, это? Так, нашего надо медика позвать. А, Себастьян, да. Слышь, пусть он меня это компенсирует мне. Очень криво. Ты ему пиши, не мне. Князь Томин. А ты ж кинтишься с ним. Ладно, сейчас я принесу тачку. Так, медик вызвал? Да. Ухуярит, пиздец. То, пошли с Клаша работать. Бежали, банда. Сейчас. Ты чё-то хавать, ты так тяжёлый, а? Это наших, что ли? А ты куда потащил его? Арслан. О. Куда его тащишь? Да вот сюда. У тебя кровь идет? Бля, Скатя не меняется. У меня? Я, конечно, не эксперт. Что-то прям на асфальте тут такие следы за тобой. На. Месячные начались, походу. Те самые дни. У тебя есть бинты на тебе бинты? Да у меня нету нихуя, да. Хотя, типа, я вроде нормально себя чувствую. Пиздец. Нормально, Костика спиздили. Да я что-то не знаю, что-то обтекаю. Опять что ли похитили его? Не, а что вот это вот? Что за чувак, который вашим ногам? Кто это? Что за князь? Кто это? Калуга. Калуга. Кто это? Админ. А, ну блядь, ну может обоссать. Осудила. Я думаю, почему он не ложится, блин? Не хотят тебя медики спасать, а? Здравствуйте. Вас подлечить? Промой массаж простаты. Пожалуйста. Покажите документы, пожалуйста. А где медик? У меня медик лежит. Да вижу, в кетчупе что-то немножко. Я в аху, у меня медик лежит. Это моя, что ли? Ну да. Девушки не было с ней. Третий нужно. Чё третий? Без раствора вас. Не, всё, спасибо. Всё, понял. Вас спасибо. Влейте мне разок. Блять, а я вот, ты у меня вообще лежишь под машиной. А, да? Да. Я не знаю, как тебе документы показать. А сейчас? А если так? А вот сейчас... О! А вот сейчас видишь? Да. Ну-ка, влей, пожалуйста, разок. Угу. Нужно спасать сейчас Костика. Да. Раз, спасибо большое. Всего доброго. Да не, что, удачи. Не поможет, тут, скорее всего, надо перезаходить, братан. Тут это вообще без варик. А куда они убежали, не пойму. Гаражи, наверное. Они вон катаются на тачке, я вижу.
Так, это вроде наш, да? Это наш, да? Да. Это Себастьян. Достань что-нибудь. Блять, охуенно. Машина есть? Так, сейчас. Достань что-нибудь. Достал ведро, заебись, блять. Так, не так быстро. Поставь вас в каком лесу. Сейчас есть. Что там происходит, пацаны? Все, нас знаю, наказали. Заказали вас? Наказали. Ты поехал подальше и все. Нет, ты куда? Нас наказали. Блять! Угли! Это он потаранил. Ёбаный в рот! Я нахуй запись ставлю. Костик, блять! Ёб твою мать! Что вы натворили, блядь? Блядь, Костик, конечно, нет. Костик, ну Костик ты даешь, блядь. Я-то чё? Что ж ты натворил, губернатор? Я? В смысле я? А, ты был в Гетере? Я в черном Гетере был. А там моя бэха была, что ли? Да, но она живая, кстати. А ты знаешь, кто на ней был? Не знаю. Калуга, Синабу, Калуга, ты что да, натворил? Калуга, раздел. Калуга, что ты натворил? А, заебись, меня еще и раздели, блядь. Ребята, есть у кого ремки, а? А, да, я могу тебе... А, сейчас медик тебя починит. Он все оказать медицинскую помощь. Покажите документы. Товарищ медик, вот паспорт. Вас не подняло, Костик? Где, кому? Прям всего вы не стараете? Тут медик сейчас у нас освободится, попросишь его. Не упоротый. А у того, который там еще один в машине, можете его оставить, там поздравить. Здравствуйте, медик. Здравствуйте. А что, у Костика проблема какая? Да, что-то не могу подняться. Дайте его. Есть. Подойди, кого подлечить? Вас? Да. О, это туберкулез. Ой, что-то мне плохо стало тут. Подходите, пожалуйста, сейчас на госпиталь. Выпросите у местных антибиотики. Калуга, а что ты натворил? Что ты вот взял, убил человека? Я? Да! Вы с ума сошел. Смотрите, убейте его наглые глаза. Сдавайся. Сдавайся, руки поднимай. Быстро. Спасибо. Сдавайся, блядь. Что такое? Бандита. Можно через растворчик, а то я это. Куда он пропал, блядь? От взрыва мне ебало оторвало. Охуенно. У меня тоже творч медик. Летел, блядь. Спасибо большое. Уе? Блять, я медик опять две не вижу. Две секунды, все готово. Я там хочу медик. Слышь, все, я пойду в медики, нахуй, герка. Здравствуйте, иди. Можете физрассор влить? Кто тебя зовут, брат? Что такое? Большое. Вот мои документы. Нельзя же да, тут как-то... У меня штуки две, наверное. Да нельзя, я сейчас умру, нахуй, запись управлю, пока я разбираю. А что, тут можно раздевать, что ли, ребят? Спасибо. Позовите, позовите администратора, я сейчас хочу пару вопросов задать. Калуга, ты человека раздел, Калуга? Не было у меня там... Ты раздевал, я видел, ты стоял, его раздевал. Рука сломал. Так я звоню полиции, это беспредел невозможно терпеть. Не надо полиции. Я скажу, что у него кепка полицейская. Когда руки поднимай, я проверю. Да блин. А как в руках работает-то, пожалуйста? Да не надо. Поднимай руки, мы тебя проверим и отпустим. Ааа, рука болит, ааа. Не надо полиции. Все, поднимай руки. Спасибо. Медик, а ранимировать можете? А чё с меня? О! Чё за хуйня? Что так, это было? Товарищ медик. А где? У кого-нибудь есть тайзер? Товарищ медик. Куда его? А там здесь 10 тысяч пин куплю, пожалуйста. Скажи. Да нет, я хочу купить за этот золотый. Под кепкой пожалуйста. Проверим. Кепку снимай быстренько, дедок. 10 тысяч, одолжись. Спасибо да, огромное. Да не надо. Да как это не надо? Кого-нибудь есть? Алло, есть кого-нибудь этот тайзер? О, боже, блядь. Ha ha ha.
Читер на острове, блядь. Иху! Калуга ему ковер выдал. Читер на острове, блядь! Получай. Есть какой-то взять? Ай, блядь. Один, где ковер, блядь? А чё, пистолет спиздили, обоим спиздили. Я даже знаю, кто нахер спиздил. Можно не толкаться? А как его зовут? Вот скажи, сейчас завалю. Братишу, гомони вот с пистолетом. Этот, с пистолетом, вот этот, блядь. Успокойся. Я другой пистолет держу в курсе. Ну, а ты, блядь, видел. А вы не друзья, что ли? Я думал, не друзья. У меня Climber Night Warrior. Блядь, давай я запись пересмотрю, или, блядь, давай на стенке дети разбираться тогда. Успокойся, пожалуйста. Успокойся, медик. Что за, блядь, намеренный таран? Я не надо. Нет, Ричард, подойди сюда, брат. Я был на... Ричард? Нет, таран не был. Прервано, прервано. Ричард, подойди сюда, я сзади стою. Спасибо. О, у вас получилось. Да подойди сюда, подойди вот сюда. Да? Да. Медика не вижу, мне нужен физросор. Здравствуйте, физросор, увидите, пожалуйста. Да, улетали. Я, да не знаю, видимо, у нас злые люди опять на острове появились. Да вообще тут ненормально, пистолет. Это не коронавирус? Что кидаете, да, Ванька на всех кидает. А, да это лов, не обращай внимания. Да коронавирус уже победили. Да, у вас туберкулез. Покажите документы, пожалуйста. Я? Туберкулез. За кого голосовал? За Костика, конечно, а ты? За Абрахама, конечно. Ты что, дурак, что ли? Какой Абрахам? Туберкулеза я бы на вашем месте держался. Ай, блять, это шайка клоунов, сука. Не умирает. Как это случилось-то? Я вроде ни за кем не заезжал. Ну, туберкулез же он. Пиздец, я вообще в ахуе. А, ну завтра поедем на квартиру купимся. И ты никому, на остров не говори, там, вот у меня есть фолс, видео, фигивио, разбираться, да. ты молча все делал, да, а потом ничего, раз я говорю, блядь, и выкладывай. Подожди, я перегорю. Вот, Вместо видео GoPro. Ты просто промолчи, а потом сделай на крайняк. Не надо туда рассказывать об этом, спорить, протянул, это может против тебя плохо обернуться. Спасибо. Медик, а вы на госпиталь едете? А можете мне маску дать, а вы там купите? Спасибо большое. Садитесь в дом. Без бензина, да? Без бензина. А что, медика попросите, он заправит. Ну давай, медик, это, воду дай, хватит. Вода есть? Ой, спасибо. Слушай, ты такой добрый. И как тебя зовут? Тебе его останавливают? Сергей. Потому что все бурь в остров. Да, Сергей, доброго. Ладно, привет, подскажи. Мне воду надо. Забирать не буду. Если кто хочет. Опа. Машина что? Пойдем. Забрать машину, вон она стоит. Сейчас я же за бензином, у меня при себе нет. А может быть, у меня есть? Мишка, спасибо, Сергей, за день. Да нет, что? Что на госпитале? Пиздец, вообще какой трэш происходит. Выходите. Вам на стекло посмотрите, обучение. Что это было? Калуга, иди отсюда. Это сволочь. Бой с тенью, невидимый черт. Это новая часть. Тут невидимый черт. О, попал опять. Попадал. Давай. Туши его. Правда, ему пофиг, но да ладно. У вас репутация есть? Да ёлки-палки, каратисты ведь тоже. Вот он. Где учились драться-то? Это бой с тенью. Потребовал. Полицейский надал. Потребовал. А я его на следующий буря дам. Пять зрителей. Калугу дай репу заебал. Да ему пофиг, но тайсер. Саша, подарите мне. Затайзерился, он откислил, пропал.
Ладно, ребят, буду заканчивать. Ну, какая? У тебя репа есть, Алекс? Нет. До завтра, скорее всего, пойду покушаю. Значит, да и спать, наверное, пойду, или в доту поиграю, все, посмотрим. Давайте, да. Спасибо за донаты, Митя, тебе большое. Завтра, скорее всего, увидимся.